So first of all, I want to know where is the printer? А сейчас от отдела по персоналу 12 забавных фактов о компании Avon за эти 20 лет. Знали ли вы, что каждые 10 дней в компании рождается ребенок Avon? Знаете ли вы, что среди сотрудников компании Avon 4,6% многодетные родители, и это всего на 2% меньше, чем в среднем по стране. И это наша область для развития. Утверждение, что Avon – это компания для женщин, оправдалось. Мы обнаружили, что среди наших сотрудников только 36% мужчины. Это не соответствует тренду соотношения мужчин-женщин в России 46-54. Это значит, что в России на одну женщину приходится 0,8 мужчин, а в Avon только 0,6. Говорит, что среди продукции Avon у наших сотрудников является гель для антимагниеры Simply Delicate. Заказов сотрудников составило 267 миллионов рублей. Эти суммы хватило бы, чтобы отправить 72 человека в космос. Знали ли вы, что в течение одного года сотрудники заказывают 14 помад в день? Одна сотая помады в день на одного сотрудника, что значительно ниже мирового тренда. И это тоже наша область для развития. Знали ли вы, что за 20 лет сотрудниками Avon будет выпито более 1 913 000 чашек кофе? Этим количеством можно наполнить огромный бассейн размером 383 000 литров. Компании Avon на автомобилях проедут в этом юбилейном году 10,5 миллионов километров. Это 260 покупок в одном земле. Знали ли вы, что 5 дней рождения с компанией Avon отметили уже 152 сотрудника? 45 сотрудников отметили вместе с компанией 10 дней рождения. 43 сотрудника отметили вместе с Avon 15 дней рождения. Знали ли вы, что цепочка поставок выиграла соревнование по количеству тех, кто работает в компании практически 20 лет, более 18 лет? Да, в этом здании в продающей компании есть свои герои. Логинова Анжела, 18 лет. Во многом благодаря усилиям Анжелы развивалось направление. Оптовых продаж. Нина Каплина, 18 лет, с компанией. Нина увлекается живописью, культурой разных стран. Но предпочитает, предпочтение отдает грузинской. Мало знает кто, что Нина – кандидат химических наук. Где Нина? Современными танцами и путешествиями. Друзья, Катя была, я проверила ее ужасно, на обработке Формулы-1. Давайте поздравим! Но это еще не все. Друзья, у тех, у кого в этом году, кто в этом году отмечает день рождения, второе в году, 5, 10 или 15 лет в компании, сегодня от своих руководителей получит подарок от компании Avon. Поздравляем вас всех с 20-летием компании Avon. Друзья мои, но на этом еще не заканчивается. Спасибо, мы благодарим отдел управления.